В рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева открылся стадион на территории школы номер 51 в Томилине. Теперь в определенные часы любой желающий может заниматься здесь физической культурой. Подробнее в нашем сюжете. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Максим Разов принимает участие в торжественном открытии стадиона. Несмотря на свой юный возраст, 8 лет, он ловко справляется с футбольным мячом. Я очень ждала этого открытия стадиона, потому что тут огромное поле, и тут можно много заниматься. Я буду приходить, я тут буду играть в футбол. Теперь Максим и другие ученики 51-й школы смогут здесь заниматься спортом не только со своими одноклассниками, но и с родителями. Согласно губернаторскому проекту, при образовательных учреждениях обустраиваются спортивные объекты общего пользования. Мы будем посещать стадион всей семьей. В прошлом я КМС по легкой атлетике и баскетбол играла. У меня супруг тоже спортсмен-футболист. А теперь мы всей семьей будем ходить сюда, рядом с домом. Новый стадион построен по народной программе «Единой России». Она сформирована на основе пожеланий жителей в период выборной кампании 2021 года. В наших микрорайонах, особенно в новых, строятся новые школы, современные. При такой школе должен быть стадион. И такое спортивное ядро. Поэтому стадион, всевозможные площадки, воркаут, баскетбол, волейбол, беговые дорожки. Здесь все это есть. Ежедневно с 6 до 8 утра и с 15 до 22 стадион доступен жителям микрорайона. В прошлом году открыто 3 таких стадиона. На этот год запланировано открытие еще 15. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.